Сам в себя врезался, я видел. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Денчик, мой сын Ярик, Зероб. Пацанчики, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем GTA 5, режим Deadlight. Поехали. Надо вспоминать все свои фишки. Кстати, следующий режим мы хотим записать, где мы будем гонять на крыше на машинах и скидывать друг друга. Называется режим Сумо, да? Да. Так, смотрите, что я могу. Опа, перепрыгейшн. Так, 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 так. Можно сказать подписчикам кое-что? Говори, конечно. Подписался на Димаса, тому птичка принесет пачку печенек вкусных. Так что, ребята, подписываем, ставьте лайкосик. Ролики выходят каждый день. Будем снимать что-то необычное. То, что я не снимал давным-давно. Например, GTA 5. Human Fall Flat хочу поснимать. У кого есть Human Fall Flat? Заходите в наш Discord и будем записывать все вместе. Так, как посмотреть, у кого сколько очков? Внизу, вон там, в углу. Так, я что, получается, сам оконченно играю? Ну, пока что да. Эй, если нельзя просто... играть самоконченно, надо играть самоклассно. Так. У каждого свой язык. Надо внимательно, надо внимательно. Я затащу. О, отлично. А вот знаешь, как поступил? Он только что врезался в стенку и взорвался для того, чтобы меня убить. А если я врежу в свой след, я умру? Да. Ага. Я профессиональный проигрывальщик. Так, у меня 6 очков из 10. У кого будет 10 очков, тот, получается, выиграет, да? Нет, у кого больше очков, тот и выигрывает. Это жизни твои. Когда они заканчиваются, ты не можешь играть больше. Да ладно? А еще время у нас есть. Я понял. Я понял. О, блин! Я же нажал прыжок, почему он не сработал? Ладно, ладно, я сейчас, ребята, все вспомню. Блин. Так, 5 жизней, я понял. Жизни идут на уменьшение. Да ну блин, ну что ты? Ну что ты такой, как я, умеха? Так, 4 жизни, я не понял. Что за дела? Ну у нас, по сути, плюс-минус одинаково. У Ярика тоже вижу 4 жизни. Ну, я просто пытаюсь в стенки иногда взрезаться и в чьи-то следы, чтобы у меня была одинаковая жизнь с тобой. Так, 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 надо внимательно. Буду по кругу ездить, загораживать все проходы. А я по трубам катаюсь. По трубам? Отлично, отлично, отлично. Так, надо не спешить. Ой, я кого-то убью. Убью или убил? Так. Я на первом месте. Да ладно. А я прямо так по кругу езжу специально. Мне кажется, это самая хорошая тактика. И я ее буду придерживаться. Эй! Ай-яй-яй! Да блин, да что? Это очень сложно. 3 жизни осталось. Нет, я хочу жить. Надо вилять еще, чтоб кто ехал сзади, попадал под мои следы. Вот так вот. Воу, воу, это было прикольно, кстати. Вы видели, что я там начудил, нахимичил? Давно я в GTA 5 не играл. Надо вспоминать. Так, по 4 жизни. Но у меня пока не самое меньше. Ой-ой-ой, ты смотри, что он сделал. Хитрый жук. А, нет-нет-нет-нет-нет. Нет, ну блин, ну что ж так след долго пропадает, а? 2 жизни, я что, получается, проиграю? Да. Нет, я не хочу проигрывать. Ну, в жизни так бывает. Так бывает в жизни, да, что жизни кончаются. Как и в реальной жизни. Ух ты! Это было эпично, это было эпично. Мне понравилось. Я выжил. Молодец. Кстати, еще на этот, на R русскую можно фильтр включить крутой. А, я вижу, я вижу. Так, внимательно, очень внимательно. Сейчас ты проиграешь. Ого, след, что он такой долгий? Перегораждаем всю карту. От А до Б. Это как в знакомой игре. Вот, в какой-то игре есть такая же фигня. Так, а можно жизнь тут взять или нет? Нет. А что, Ярика, вроде было 2 жизни, стало 3, это как?
Нет, у меня было 4 жизни. А, видишь, проверял, тоже шаришь. Так, так, так. Я буду прямо вот так вот перегораждать все туннели, все проходы. И кто все-таки кто-то ж попадется. Давайте вот так вот его поразрежем. Ой, замедленница, это прикольно. А что это замедление дает? Не такого, что и прикольная эта вся тема. Нет, просто если ты в ситуации безвыходной, то у тебя поворотливость повышается. Это как способность у Франклина. О, прикольно, прикольно. Я думал, он просто замедляет, типа, перед смертью. Типа, замедлил время себе. Это у всех так. Это у всех так работает. Ну, прикольно, разработчики сделали такую игрушку. Да, по фильму, да, кстати? Да. Классно, классно. Кстати, в GTA 5 очень много крутых режимов. Так что можете в комментариях написать, какие режимы нам еще поиграть. Может, какие-то из режимов, которые реально мы не знаем, и с помощью вас мы посмотрим на них и решим записать на мой канал. Димас, можно скилл-тесты снять. Это что такое? Мука. Ну, там паркур как бы на мотоциклах, машинах, вот это все фигня. Можно, а что нельзя? Мне такое нравится. Какие-то карты сложные возьмем и поиграем. Да-да-да. Прощай! Я хотел сделать немного по-другому. Убийство за месть. Мне это нравится. Хорошая. Так, Ярик, ну что, у тебя одна жизнь. Да. А у меня две жизни. Я все-таки самое дольше начал сливаться быстрее всех, но самое дольше чувствую, проживу. Я выиграю, мне кажется. Я выиграю. Я сейчас буду очень классно играть. Минута. Смотри. Я сам сдох. Ага. Так, у кого-то ноль жизни. Уже кто-то не участвует, я так понимаю, да? Это я. А что ты, получается? Ты просто смотришь, как мы играем, да? Да. А, я могу кататься, что ли? Можешь, можешь. А, когда ноль жизни, ты все еще участвуешь. А, да? Но потом, когда у тебя... И когда ты на ноль жизни умираешь, тогда ты уже окончательно выходишь. Ууу, блин! Да какой Рахит поставил на туннеле, на потолке эту штуку? Это же нечестно, я так люблю делать. Ой-ой-ой, хорошо, что ты тут подпрыгнул, я под этой лобуха! И что получается, у меня нулевая жизнь? Давай убивать фиолетового, он сейчас выиграет нас. Давай, давайте, все охотимся на фиолетового. Так, если он поехал, он сейчас вот тут выйдет. Давайте мы сразу перегородим туннель. Блин, я взорвался. Кто выиграл? Кто выиграл? Я выиграл. А что я проиграл? Потому что у тебя ноль жизни было. А, ну да. Ноль жизни? Я должен затащить. Да ну, передо мной проехал, ну ты хитрый жук, ты видела, потихонечку же ехал. Ах ты. Я за тебя отомстил, за что. Я к нему со всей душой, а оно. Ну вот так. Ну а шо ж, шо ж еще поделать, конечно. Только сливаться и еще раз сливаться. Я за тебя опять там учили. Молодец, Ярик, молодец. Да, молодец, красавец. Мсти ему, и мстя моя будет страшна. Блин. Пацаны, давайте, я хочу вам дать... Перепрыгиваем. Давайте красиво. Давайте всем учить фиолетового. Не-не, давайте этот, по-честному, всем учим фиолетового. Фиолетового, смотрите, хорошо. Больше всех жизней. Он просто катается вокруг по карте, и пока мы деремся, он просто едет вокруг по карте, и у него больше всех жизней. Давайте, да не, он тоже сливается, Ярик, он тоже сливается. Один раз. Ой, красиво! Ой, красиво! Это было эпично. Да ну блин, ты что ты? Данил топ! Ты вообще топ, что ли? Да ты меня убил! Это было эпично. Я прям, знаешь, краешком колеса коснулся. Еще бы чуть-чуть бы и не коснулся. А я тебя вообще не увидел. Да это так все быстро произошло? Мгновенно просто. Воу, ой, красиво. Вот это было очень эпично, мне понравилось. Блин. Так. Лупашим надо со всей силы. Убить. Так давайте, что ж делать? Будем мочить его. О, камикадзе. О, прыжок доступно. Это очень... Кстати, прыжок, наверное, самая нужная фишка, да? В нет, этом режиме. Ускорение можно и спастись, и убить. А когда ускоряешься, получается, ты не умираешь? Нет. Это просто как ты делаешь рывок. Ладно. Тихо, тихо, тихо. Следы мои.
Обидно, когда от своего следа, да, умираешь? Как-то очень обидно. Ну, а этого никогда не происходит, потому что ты едешь вперед. Да, всякая в жизнь, на. Надо очень сюда. Я заметил, что надо еще и назад смотреть иногда, да? На мини-карту обычно лучше всего. О, точно, точно, Ярик, видишь? Молодец, шаришь. Как ты себя информируешь, где кто находится, и не надо не оглядываться и тратиться. Отлично, мне пока нравится. Пока все отлично. Что это было такое? Опа, Данил топ-1. Отомстил, он хотел убить меня, я рывком его убил. Отлично, отлично. Мне нравится. Я уже начинаю привыкать к управлению, и меня уже все прям затягивает этот режим. Очень а, прикольно. У тебя слишком много жизни, надо тебе немного убрать жизни. Нельзя, нельзя, я не решаю. А я не спрашивал. Эй, пожалуйста, спрашивай. Я беру и уменьшу. Я убил фиолетового. Молодец, молодец. О! Ах ты, Ярик, ну ты же добрый. Ну, добрый, когда я на топ-1. Эй, нельзя быть топ-1. А так сейчас у нас с тобой равное количество жизней. Мне тебя еще один раз убить. Ай-яй-яй-яй-яй, нет, я передумал туда ехать. Перезаградили все пути. В туннеле прикольно, когда с кем-то сталкиваешься, там уже решает конкретно скилл. Воу, вы видели, насколько это было очень интересно и близко? Сейчас кто-то умрет там. Да. Сейчас мы покажем, как надо проигрывать. Ой, как надо выигрывать. Давай с тобой объединимся и будем мочить. Прощай. Давай будем в этот раз мочить только фиолетового. Нет, мочим всех. Окей. Давайте честно. Конечно, честно, это каждый сам за себя. Тогда я буду играть честно и убивать только папу. Умирай, умирайте. Хи-хи-хи, умрешь сейчас. Нет, не умер? Да ладно. Вот это было эпично. Прыжок есть. Прыжочек это сила. Так, так, так. Так, так, так. Я? Да. Каким образом? Время тебе. Ты меня только что убил. Я ж случайно. Случайно. Да. Он любя. Я случайно, Ярик, я не специально это делал. Я тоже сейчас тебя не специально убью. Можно тебя не специально? Не-не-не, только специально. Ну все, тогда специально тебя убью. Да блин, сейчас спавнюсь, тут везде твой хвост. У меня новая тактика. Новая тактика. Мочи всех, а сам не проигрывай. Я тебе сейчас покажу тактику. Называется тактика крыса. Нет, называется тактика раша, когда я тебе просто все закрываю и тебе никуда ехать. Ой, ты сначала это сделай, а потом говори. Я сейчас должен затащить. Если я не выиграю, это будет просто очень плохо на душе меня. Зеленого мочите, у него больше всех жизней. Получается, останавливаться нельзя в этом режиме, да? Нет. Фух. Пацаны, окружаем. Ух ты! Давайте зеленого окружим. Ля крыса. Да. Будем дальше применять свою тактику. Сам себя врезался, я видел. Это что надо быть таким умным человеком? Я просто не знаю, что мне делать в этой ситуации. Уф, не-не-не-не-не. Ну все, я проиграл. Это прикольно, мне нравится. Это очень классный режим. Не зря мы решили в него поиграть, не зря. Да ладно, да как? Да блин, вы видели? Это же нечестно по отношению разработчиков ко мне. Вы видели? На, прощай. А почему ты не умер? Я выиграл.
ребята, самая лучшая катка, которая мне понравилась. Это было очень эпично. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.